Продолжаем программу. В Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре оторинолорингологии и болезней головы и шеи организован День открытых дверей. Все желающие прошли бесплатные медицинские осмотры у специалистов узкого профиля. К тому же тем, у кого были выявлены серьезные патологии, в дальнейшем также будет оказана медицинская помощь. Патологии уха, горла, носа и челюстно-лицевой области относятся к числу наиболее распространенных заболеваний среди населения. Однако до недавнего времени в нашей стране не была комплексная система оказания специализированных медицинских услуг в этом направлении. Действенным решением данного вопроса стало соответствующее постановление президента, принятое в августе прошлого года, согласно которому был создан Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр оториноларингологии и болезней головы и шеи. Отделение оториноларингологии многопрофильных медицинских центров Республики Каракалпакстан и областей преобразованы в региональные филиалы учреждения. В настоящее время центр и его региональные филиалы являются клиническими базами профильных кафедр высших профессиональных и средних специальных учебных заведений в направлении медицины. Известно, что с похолоданием погоды среди населения нашей страны несколько увеличились сезонные лор-заболевания. Исходя из этого, команда центра выступила с хорошей инициативой. Здесь для жителей Ташкентского района был организован День открытых дверей, в рамках которого прошли бесплатные медицинские осмотры. В течение дня провели обследование лор-врачи, офтальмологи, неврологи, челюстно-лицевые хирурги, кардиологи и даже онкологи. Поставили диагнозы и дали необходимые рекомендации. В дальнейшем мы готовы оказать помощь пациентам, нуждающимся в хирургическом лечении. Нас порадовало, что все эти обследования проводятся на бесплатной основе. Я прошла осмотр у офтальмолога. Врач тщательно проверил мое состояние и дал рекомендации. В центре лечат сложные патологии уха, горла, носа и челюстно-лицевой области с использованием эндоскопических, микроскопических, современных передовых технологических методов лечения. Также здесь в полной мере внедрены современные методы диагностики и лечения заболеваний органов слуха, носа и придаточных полостей гортани. В учреждении также имеется служба операционного блока. На сегодняшний день выполнено более 1700 операций с участием отоларингологов, челюстно-лицевых хирургов, онкологов и зарубежных опытных специалистов. 70% из них – высокотехнологичные. Консультативно-диагностическая поликлиника располагает современными лабораториями для диагностики и амбулаторного лечения врожденных и приобретенных заболеваний уха, горла, носа и челюстно-лицевой области. За короткое время были подписаны меморандумы о сотрудничестве с ведущими клиниками и институтами России, Турции, Республики Беларусь, Казахстана. Вместе с нашими местными врачами в центре работают опытные специалисты из России и Турции. Для создания современной лаборатории турецкой организации Progen Group были внесены иностранные инвестиции в размере 150 тысяч долларов. Пришедшие сюда люди очень довольны, что для них организованы такие обследования. Выразили огромную благодарность главе государства, благодаря которому созданы такие возможности. Немало жителей пришло, чтобы проверить свое состояние. В будущем в учреждении планируется внедрить проведение кохлеарной имплантации у взрослых и всю хирургию гортани и восстановление голоса, а также полную хирургию головы и шеи. Кроме того, одна из важных задач, стоящих перед центром, постепенное налаживание передовых технологических операций в регионах. Посредством таких акций планируется поэтапно охватить бесплатной медицинской помощью жителей и других районов.